Привет тебе. Продолжаю серию своих видеолекций, чайных церемоний. Неулыбчивая история про пхутологию, вегнавтику. Путешествие с бочкой в пограничном стиле, в стиле пограничника. С последнего места, последняя строчка, борода. Бородатые на пределе и бритолиция, их соперники, не их время. Петр носил занавесочно-курообразного типа сукна белого цвета шейный платок, как сегодня на бочке. Из подручных средств автору видеодневника пришлось изобразить. Также носил он их и на рукавах. Это был признак бороды, внешний признак вкуса и жизни. Такой вот у нас платок шейный белого цвета носил Петр на выпуск или под одеждой. Драконовские меры шейного платка Петра из простой ткани объяснялось тем, что борода является естественным инкубатором вшей. Она для него была неухоженная, вшивая. Борода для Петра был потенциально опасный источник вшей. Еще тифа. В условиях отсутствия дезинфицирующих средств, а Петр любил санацию, и современных средств гигиены, например, на сегодняшний лад, это были бы шампуни для бороды, масло, кондиционер и тому подобное средство знаний, которые оставляли бы свои отпечатки на руках автора видеодневника. Например, в условиях усугублявшихся санаций, недостачи гигиены, либо мест приема пищи, где зачастую бегали и лобковые клещи, и клещи лесные, и тараканы пищевые, и мухи летали, и личинки откладывали. В воде питьевой тоже было много паразитов червячного типа. Культура русского народа была такова. Все раньше ходили с длинными бородами и не всегда вытирались, отряхались от сытного приема пищи рукой. Они были опрятны в этом плане и редко наедались до такого состояния, что их борода напоминала бы свиное корыто для еды. Они легко управляли подбородком, и борода никогда не оказывалась в сковороде, в тарелке, в кубке с вином. Единственный способ обезопасить свою бороду от нашествия вшей, как думал Петр, и других насекомых, было ее сбрить. И поэтому его реформы воровства, а на мой взгляд, Петр был превосходный вор, потому что так обозначил свою царственную форму, шейного цвета платок, рукава того же фасона, это признак воровства. К примеру, санация, гигиена, средства современной гигиены, пищевая, питьевая промышленность и тому подобное. Насекомые. Все это трикстеры, ловкачи, обманщики, жулики и воры. Реформы Петра были санитарными. Он подготовил бумаги по предотвращению разнообразных эпидемий. Но признаки, как выглядит современный вор, он оставил. Этот признак в сегодняшнем слове белого цвета, шейный платок, как в бочке вместо тряпки, изображено
чудо-шейный платок, который носился на выпуск, либо под одеждой. Даже сейчас в рамках программы «Пхутология и вегнавтика» можно заметить, как в районе области межгрудей есть некий такой объем. Это тот самый объем, тот самый вор, тот самый шейный платок белого цвета, который одевали, а поверх него одевали шубы зимой. Петром было перенесено на российские меры еще некоторые царственные гигиеничные указы. Они принимались и широко распространялись, санация была в моде, в армии, во флоте. Широко была распространена гигиена. Петр скопировал, привез эти знания из своих европейских путешествий. Петр с упорством боролся с ношением своих подданными бород. Может быть, это объяснено его патологической инсектофобией. Он не хотел иметь дело ни с тараканами, ни с лобковыми клещами, ни с другими червячными. Наверное, потому он смертельно боялся тараканов. И не раз было замечено, что когда он входил в помещение, он обращал часто внимание на стены и потолки, не висят ли там тараканы, не бегает ли там какая-нибудь живность. Для него был верным знаком европейский опыт его путешествий, что когда он вернулся из Европы, везде висели картины барокко, ренессанса, итальянского типа, римского типа, греческого типа. Рамки – это были те самые тараканы, насекомые. Это было сделано специально на зло Петру, чтобы он злился и молодел, чтобы его голова уменьшалась по сравнению с его широкими плечами. На стенах висели картины, на потолках висели помпезные люстры, подсвечники. Это были насекомые, тараканы, лобковые, вши, клещи. Делали придворные его послушники это все специально, чтобы те напоминали ползущих насекомых. У таких вещей множество поклонников, им до Петра далеко. Для этого их назвали ловчие. Они так и назывались, ловчие. Ловчие художники. Петр, западный инноватор, он просил с упорством штукатурить стены и белить их, чтобы на фоне белой поверхности были видны насекомые. Потом насекомые, конечно же, это были картины, потому что просто так таракан не вылезет и лобковый клещ не укусит, не оставит свою спинку, либо брюшко. Белые стены и потолки постепенно вытесняли в госучреждениях, которые до этого в народе были избами. Традиционные русские бревенчатые стены и своды, где также было полно мелких красноватых, коричневатых насекомых. Борода – это история, значение ее в религии очень велико, но у нее есть поклонники. Это лобковые вши, вши, клещи. Даже дреды напоминают даже по цвету лобковые вши. Брюшко – самки. И к корню дред приклеплен, как будто это мордочка лобковой самки вша. Это страшно, поэтому эта прическа не для слабаков. И с этим спорят только ловчие художники. Иудаизм, православие, Россия, католичество, ислам. Борода распространена и немного разрешена в вооруженных силах. Также бородатые женщины. Политика искоренения бороды приводилась в
17 веке и по наши дни можно видеть бритых, наглухо выбритых до тряпкообразного цвета лица юнош, которые ехидно любят преследовать бородачей по своим уже далеким нравственным не сей планеты пограничного типа замечено некоторые бородачи очень сильно беспокоятся за свою бороду, любят ее оберегать, их цель носить ее не сносить. Некоторые любят сбривать бороду в знак траура, например, евреи. Главы государств и религиозные лидеры совершали реформы и принимали указы, где утверждались правила гигиены ношения бороды. Но у бороды есть свой фильтр. Она грязная до поры до времени, когда человек не принят решение о том, что он ее не сносит никогда. Тогда включается самоочистка организма, и волосы напоминают насекомых формы каликур, кожи на шее, на висках, на голове, на других участках тела, напоминают спинки насекомых. Но это всего лишь картинки из интернета, они не являются правдой, и это всего лишь Хэллоуин для человека, чтобы улыбнуться и сделать себе приятно ужасное настроение в пугающе шуточном стиле. Но так или иначе, указы все-таки были развиты. Христианские сочинения, где указывались египетские корни таких насекомых, как лобковые вши, которые ходили тоже на двух ногах, ходили и были прямоходящими, были разумными, они пришельцы с другой планеты. В них, в этих сочинениях, говорилось об обязательном бородоношении. И такие листовки были распространены. Например, с середины 17 века кормчую, сборник правил православной церкви, совсем не печатали. Когда же ее напечатали, то 47-ю главу, в которой говорится о запрете на бритье бороды, исключили из проводников политики. Ища выход из идеологического тупика, в 18 веке некий теоретик предложил народам официальное гражданство. Развиваю тему, идею о славянофильстве, где люди вернулись к ношению бороды и к ношению русской одежды. Здесь надо будет сделать уголочек, так как писал 2 недели назад, и прочитать еще раз. К ношению русской одежды правительство отрицало и относилось к славянофилам, отдельных славянофилов за резкость высказываний сажали на несколько месяцев в Петропавловскую крепость. Все же попытки славянофилами издания газет и журналов немедленно прекратилось. Но идея возвращения бороды к своим православным и национальным корням постепенно находили сторонников. Это греческие корни, насколько знает автор видеодневника, в своем образованном обществе. Два императора, Александр III и Николай II, уже совсем не носили бороды. Она у них совсем уже не росла. Разумеется, бороды первых лиц государств отличались высшей степенью опрятности и ухоженности. Католичество. С каждым очерком будет все более понятно о бороде, продвигаясь к сегодняшнему слову. Католические священнослужители не имели свободно растущей бороды.
этому служило предписание. Католические папы в эпоху позднего средневековья и возрождения носили полноценные бороды и усы. Папы Юлий, Климент, Павел, Юлий, Марцел, Павел и Пий. В унии никогда не действовали правила о бродобрите, церковное объединение. Этих людей обзывали брюквами, репами, которые почитали культ зомби. Они были сыроедческими сектами, брюквами, они почитали бритье. Либо они, как и любые другие неудачники, очень гордились своей непышной бородой, происхождением и таких зарослей, как, например, в Саудовской Аравии, либо в Сирии. Сирия, ислам, по мнению большинства исламских проповедов, ношение бороды является обязательным для каждого мусульманина. Как раз-таки тетрадь в 12 листов – это как раз-таки на английский манер мусульманин. И она, 12 листов, есть борода на пределе, и ее сбривание считается запрещенным. Мусульманам рекомендуется отпускать бороду длиной в сжатый кулак. Так как этот народ был воинственный, то воины часто были образованными, они читали, что в древнем мире люди друг другу отрывали бороды, и только поэтому их длина была в сжатый кулак, как у автора видеодневника. Напоминание о прошлогодней истории с соседом. Стрижка усов и отпускание бороды относится к человеческому естеству и называется в исламском, для меня благопочтенным, самым лучшим из миров, это мое обрезание, ампутация, кастрация, ненависть вышестоящих родственных органов по отношению ко мне. Она называлась фитра. Пхутология, вегнавтика. Согласно преданию, во времена пророка Мухаммеда, а автор видеодневника совершенно наоборот, при всей своей любви к своим корням, находится носить, не сносить времени как можно дальше от Мухаммеда. Ношение усов и сбривание бороды было отличительной особенностью огнепоклонников. Огнепоклонники – это зороастризм. Это очень страшная вещь. Борода может отвалиться буквально на глазах. И буквально на днях мне удалось спасти самый левый дред от этого слова. Зороастризм, огнепоклонничество. Придя на работу, мне довелось увидеть просвет, и зороастризм дал о себе знать. Земля ушла из-под ног, ко мне пришел испуг, но, справившись с пхутами, набегами девушек и мужчин, которые любят говорить слово «фитра» наподобие Бакс Банни лицом, его пришлось чинить, и это удалось. Исламские богословы считают, что мужчина, сбривающий бороду, уподобляется женщине. Их обзывают также брюква, фитра брюква и репа. Это лицо, которое напоминает тряпку. Целые семейственные кланы. В исламе борода – это вольфраниум. Вольфраниум – это кристаллы вольфрама, осажденные из газовой фазы. И не будь автор видеодневника не трусом, он бы не показал свою новую работу «Избавление от тату». И это называется вольфрам в исламе.
Вот, это старая татуировка, а это уже новый рукав, который делает автор видеодневника своими силами еще на ягодицах. Мне доводится делать цветы, трибал, орнаментальные. Вот такие маленькие работы автор видеодневника выносит с легкостью на своей руке в рамках программы «Пхутология Вигнафтика». Против многих людей проводится это заседание, так как множественные набеги на автора видеодневника лишены смысла, но они продолжаются. Всеразличные обсуждения, это слышно даже и сейчас, с той стороны, куда сейчас мне приходится смотреть, ведется как будто радиоэфир. Мне, как автору видеодневника, перечат и обзываются в сторону моей личности, моей души, Вольфрам, борода в вооруженных силах. Авторы видеодневника несколько месяцев назад призвали на минимальную частичную мобилизацию. Пришла повестка, два амбала постучались в дверь к моей матери и вручили повестку. Мне, как не трусу, после, опять же, татуировки пришлось войти в военкомат, показать себя и немножко рассказать, почему автор видеодневника имеет военный билет, но не проходил службу в армии до 32 лет. Пока еще автор видеодневника считается негодным. Сергей Рудольфович Томс и Крылов оперировали автора видеодневника в паху. Эта болезнь раньше называлась неопустившееся яичко, криптархизм, грыжа, протезирование. $1000, 100 тысяч рублей, 150 тысяч рублей стоил протез, который сейчас валяется на северо-западном регионе на свалке. Много всего произошло плохого. Борода. В большинстве современных вооруженных сил западных стран ношение бороды военнослужащими было запрещено. К причинам относят гигиенические соображения. Унификация, санация внешнего вида. Преимущественно это из-за того, что военнослужащие должны владеть техникой рукопашного боя. Они должны в будущем были участвовать в рукопашных шоу, схватках. Удобство ношения противогаза также должно было обеспечивать, а такая борода, как у автора видеодневника, либо борода, как у ниже перечисленных в течение этого месяца лекций, чайных церемоний о бороде людей, она бы мешала носить ее, не сносить противогазу. Кислородная маска в авиации, ее было бы трудно одеть. Однако, например, военнослужащими в США было запрещено брить бороду в тропиках из-за большой опасности занести инфекцию в брюкву, лицо, которое проскользнуло до состояния за моим плечом тряпки. При порезах могла была занести инфекция, она бы напоминала зороастризм, огнепоклонничество в исламе. Глаза бы налились черной автоматной жидкостью, пошли бы повторения, и человек бы понял, что он находится в состоянии инфекции, и враг побеждает. Также разрешалось носить бороду после этого в Афганистане и других мусульманских странах армейцам США, чтобы сближаться с местными жителями
А мой отец может считать себя наполовину гражданином, вписанным в историю осаждения США Афганистана. Мои предки, дальние, но все-таки предки, терпели унижение и уничтожились от той осады. А некоторые их защищают и почитают, как освободителей от Советского Союза, от советского нашествия. Борода защищала там от пыли, песка, обморожения зимой. Во время службы американцев в Афганистане появился миф о тактической бороде. Якобы наличие бороды улучшает боевые показатели солдат США. В современных вооруженных силах России ношение бороды допускалось и допускается только на флоте. У автора видеодневника незавышенное эго и самооценка при рассказах о своей семейной истории, о России, о Афганистане, о Петре, о католичестве, о других рассказах о себе. Очерк «Пиши, читай, бородатые женщины». Женщины, как и мужчины, способны отращивать бороды, в особенности при применении андрогенных стероидов в качестве сопутствующей терапии молочной железы. Нидерланды аплодируют таким женщинам. С давних времен такие женщины являлись предметом любопытства. Хотя большинство женщин сбривают или выщипывают любую растительность на теле, например, на подбородке. Некоторые из них, в особенности женщины с окладистыми бородами, зарабатывают на жизнь в выступлении перед шоу чудес, перед публикой. Это было раньше. Сейчас таких женщин нет. То есть в гастролирующих цирках. Сейчас это жанр шотландских фильмов про Хэллоуин, фильмов из США, где всяческие монстры хорошо продуманы и напоминают войну брюквы с тыквой. Люди разнятся в этом плане, кто и какой овощ в день дьявола, в день всех святых, в ночь дьявола, имеет весовую категорию. Кстати, там ходят в шортах зимой, там ходят в майках зимой только благодаря Хэллоуину и развитию темы Хэллоуин. Автор видеодневника: сейчас этой зимой тоже приходится часто на работу сносить мне, не сносить этой идеи. Ходить в шортах, без носков на работу, устраивая для себя шоу чудес, смотреть один и тот же фильм, посвященный Хэллоуину. И действительно, в будущем автору видеодневника все-таки удастся ходить летом и зимой в шортах, в снег и в жару, в сугробы и в густую растительность. Это доказанный факт, что, проявляя интерес к ночи дьявола, всех святых, можно избавиться от страха быть застуженным сверху пока тебе.